Привитульки. Вечно с недовольной мордой. Больным глазом-то. А другим не умею. Никак. Всем приятного аппетита и хорошего настроения. Так у меня оно сегодня опять не очень. Ну, оно хорошее. Но у меня болят глазки. Я теперь ничего не могу пересаживать. Видите, какой у меня тут, как будто бы синяк прям. Это у меня аллергия такая. Что, я 3 дня в подряд пересаживала? У нас сегодня с вами на завтрак, обед, ужин, полдник пельмешки с курино бланка, который мы сами с вами делали, бульончик. Собственный наш, ой, как вкусно. Сальцо, которое я вам обещала с вами съесть. Марчуша кушает. Салатик из свеклы. Ну и, конечно же, хлебушек. Как без хлебушка-то? Вот. Ходила, конечно, я сегодня в орхоквартиру. Но просто посмотреть, ну, как там дела. Работает ли отопление. Пару цветочков напоила. И ушла. Вот. Не знаю. Пока глаза не пройдут, больше пересадками заниматься не буду. Ну ведь, блин, хорошо смачиваю его. Вкусненько. Но все равно. Ну, уже глаза. Муж приедет, привезет мне. Купил какие-то очки медицинские, которые полностью все закрывают. Пройдут глаза, попробую с этими очками. Я ослепну вообще нафиг. И от этого становится очень грустно. Потому что я понимаю, если у меня такая страшная аллергия будет на мох, мне придется от этого отказаться. Я же не могу пожизненно капать глаза и пить лекарства. Радуйтесь, хейтеры. Но я найду выход из положения. И все равно буду заниматься своим любимым делом. Просто надо найти компромисс. Я вчера с вами покушала, отключилась. У меня такой страшный зуд начался. Так вздулся прям глаз. Я хотела вам утром сегодня показаться. Говорю, да ладно, не буду уж пугать YouTube-то. И не только YouTube. Хотя на других платформах у меня очень даже адекватные девочки все пришли. На Дзен, на Ярус. На Рутубе я не вижу комментарии, есть они там, нет. Ну, я их просто там не читаю. Ну, видео тоже там выходят. Девчули радуются, кто приходит на Ярус. Пишут, ура, Любочка, мы пришли за тобой. По твоей рекомендации. Молодцы, мои хорошие. Спасибо вам большое. Я очень-очень вам благодарна, кто идет ко мне на Ярус. И еще дарит мне там монетки. Вообще. Как бы мне ни писали, ни старались, мне написали на Дзене, по-моему. Люба, с таким отношением к деньгам вы никогда не накопите на холодильник. Ну, как-то так написали. Может, привру сейчас. Уже не помню дословно.
еду покупаете из магазина. А, много тратите на еду. Во. Знаете, я уже много раз рассказывала, что было время, когда я сидела голодная. Дети ели, а я сидела голодная, когда они были маленькие. Поэтому, если у меня сейчас есть возможность потратить лишнюю копейку на еду, я ее потрачу лучше на еду и наемся вдоволь. И не надо меня учить, сколько я трачу денег на свое пропитание. Я зарабатываю их сама, не вы мне их даете. Не вы меня кормите из своего кошелька. Нет, не вы приносите мне эту еду. Я сама на нее зарабатываю. Муж у меня работает тоже, которого никогда дома не бывает. Он постоянно в разъездах. Представляете, мы, наверное, заработали на еду из магазина. И накопим мы не только на один холодильник, не переживайте. Я умею копить. Только бывают в жизни обстоятельства такие, что ты копишь на одно, а приходится их тратить на другое. На то, что более важнее. Ну, те люди, которые привыкли учить кого-то, да, и всю жизнь жили, ни хрена ничего не делая, вот так скажу, да, те и учат. Кому мама с папой прут всю жизнь. У кого мама с папой с детьми сидят всю жизнь. А у меня не сидели мама с папой с моими детьми. Ни с одним. А я вместе с ними работала и жила. Вот моя бабушка, любимая бабушка, не к ночи будет помянута. Моей маме с папой, то есть папина мама, каждую неделю перла сумки. Каждую неделю. Она не могла. Она всегда говорила, я живу для вас. Она ехала всегда за папой и за своими внуками туда, куда ехал папа. Поэтому они всю жизнь жили, ну, как-то поблизости. Господи, люди, вот вы когда пишете, что я так ни на что не заработаю, вы думаете, у меня что, квартиры, машины, взяты в кредит? Нет. Я не живу в кредит. Так что задумайтесь, прежде чем писать, что я не накоплю на холодильник. Угу. Никуда сегодня не ходила, съездила только в Магнит и в Фикс Прайс. Это уже под вечер, когда сумерки такие были. С Мартюшей гуляла два раза. Купила, даже не убрала со стола.
Вот такой силит купила. Он что-то в другой упаковке сейчас. Не знаю, тот это или нет. Антиблеск против ржавчины и известкового налета. Мне очень нравится раковину нашу так ей отмывать. Ну и еще кое-какие штуки купила. Антижир, очиститель для кухни. Вот такую это в фикс прайсе купила. Силит купила в магните. Не знаю, девчат, хорошая, нехорошая, посмотрим. Написано эко, поэтому купила. И спрей для чистки кухонных поверхностей. Тоже в фикс прайсе. Девчат, кто пользовался, напишите, брали, нет, нравится, не нравится. У вас зеркальное отражение, конечно. Вот. И Азелит взяла для микроволновки в основном. Ну, а так он очень хорошо тоже все очищает. Надо микроволновку почистить. В общем, собралась убираться. На носу ведь Новый год. Надо выкинуть нахрен весь хлам. Два раза в год я это делаю. Точно. И оно опять все копится. Причем мусор выносим каждый день. Почему я и цветы хотела перенести все туда, в орхоквартиру? Чтобы дома не было вот этого всего посадочного материала. Горшков, моршков. Надоело, хочу выкинуть все опять. Помните, как я убиралась, выкидывала все банки? Выкинула, они мне потом понадобились. Ну, только я так могу. Номерки орхидей в Ютубе закрыла комментарии. Больше никогда их в жизни не открою. А зачем? А зачем они там нужны? Видео на Ютубе в мерке орхидей буду выпускать для себя любимой. Для своего архива. Вопросы все равно никакие там не задавали. Писали какую-нибудь тоже глупость. Да мне проще их вообще отключить. И знать, что там нет комментариев. И на мерке орхидей в Ютубе я больше комментариев не включу никогда. Хотите общение по орхидеям? Пожалуйста, переходите на Дзен. Переходите на Ярус. Будем общаться по орхидеям. На Бусти. Но хотите черпать информацию, правдивую информацию, да, где вас не обманывают, где говорят на самом деле то, что происходит с орхидеями, показывают и хорошие, и плохие моменты, результаты после пересадки. Пожалуйста, смотрите, вникайте и на Ютубе. А то, когда сказала на мерке орхидеи в Ютубе, что не буду больше выкладывать там видео про орхидеи. Ой, прям столько комментариев написали, прям трагедия была у всех. Прям все слезно падались и об пол бились от горя. Пожалела. Начала выкладывать.
Прошу, ну-то вам трудно поставить палец вверх, что ли? Ладно, я жру, сижу, блин, это несложно, я все равно ем. Но пересадить орхидеи на камеру, 1000 раз говорил, очень тяжело. Без камеры я бы сидела и кайфовала, балдела бы от этого, от этой работы. От этого занятия, от этого дела, которое я люблю делать. Я очень люблю пересаживать орхидеи, я очень люблю возиться в этом во всем. Но мне бы под рукой ни с одной стороны не мешалась бы камера. И так трудно написать комментарий. Даешь людям информацию. Не хотите писать? Не надо. Нахер. Возможности больше на мерке орхидей писать не будет ни у кого. Надоест, я и здесь отключу в YouTube-канале. На Дзене, на Ярусе хорошие девочки. Ничего там не отключу. На Бусти. Спасибо вам, девчульки. За Дзен. За Ярус. На Ярусе очень быстро растут подписчики, скажем так, друзья прибавляются. Вот истинные друзья, да? Истинные подружки мои. Которые за мной идут везде. Которых не надо просить. Поставьте лайк, поделитесь видео, пожалуйста. А которые идут и делают это. От уважения к человеку, который для них снимает. От которого, что я, что Танюшка, да? Да вам ни на одном канале столько правдивой информации никто не даст. Только я и Татьяна Семенова, Орхоголичка ТВ, как две дуры, стараемся для вас, стараемся, а просмотров и комментариев нет ни у нее, ни у меня. Да что-нибудь поставь чайник, зайка моя, пожалуйста. Можешь жопой повернуться к ним, чтобы они лицо твое не видели. Спрячут свою дочь, нечего на нее смотреть. Сейчас многие скажут, а что ты нам говоришь на моей жизни, да, на канале? Ну, а вообще-то канал «Моя жизнь» и был создан для того, чтобы на мерке орхидеи я была со спокойным голосом, потому что, ну, то же самое, что лес, да? Вот лес успокаивает, в лесу хочется говорить шепотом. Вот так же спокойно на одной интонации я пересаживаю орхидеи. Я там отдыхаю. Но мне хочется еще и вам показать поближе и все такое прочее. Я знаю, что на этих видео много людей, которые тоже занимаются орхидеями. Ну, им интересны эти мои слова, и им они понятны. Что вам? ГГ, что ли, информацию дает прям охренеть какую? Ворованную на всех каналах. Кто такой ГГ, вы поняли? Как обезьяна. Своих мозгов вообще нету. Полностью копирует все чужое и выдает за свое. И вам показывает. А вы лучше развесились, сидите, слушаете. Вам нравится, когда вам врут. Вот у меня целый день сегодня это все кипело. В итоге взяла, выключила нахрен комментарии. Вышло видео, оно опять на последнем месте по просмотрам, на 10-м. Это означает, что это видео даже полцента не заработает. Вообще.
И нахрена я сижу, выкручиваюсь там, чтобы было что-то видно и понятно людям. Стараешься только для девочек, которые сейчас на дзене. Вот действительно. Вот кто с моего мерка орхидеи ютубовские смотрит меня сейчас здесь, да? Хотите, обижайтесь, хотите, нет. Но нигде не отвечу на вопрос про орхидеи, кроме дзена и рутуба. Ой, и яруса. Или яруса. Или начинают долбить меня в ВК в личное сообщение. В ВК у меня есть группа. Сообщество. Подписывайтесь на эту группу. И вам помогут там с орхидеями. Об этом, обо всем есть у меня главная заметка в ВК. Там все расписано и написано. Нет, блин, открою комментарии, там по 10 штук. Еще и видео присылают мне в личку. Не надо мне ничего присылать. Я не помогаю в личном сообщении никому. У меня столько информации на Ютубе. У меня, у Татьяны Семеновой. Идите, посмотрите. Когда мне надо было, много лет назад, я книги читала, потому что Ютуба не было. Методом тыка их сажала. А вам разжевывают, в рот ложат, остается только проглотить, вы не хотите. Увижу много пакостей под этим видео. Вот именно под этим видео. Я сегодня опять занесла в Ютубе. В дзене вообще никого не заношу. Ни в дзене, ни в Ярусе. Там вообще адекватные девчульки, все мальчульки. Там хорошие люди сидят. А все неадекваты, они сидят на Ютубе, что ли, я не понимаю. Я видео снимать не перестану никуда. Ну, комментарии закрою на Ютубе. Это все, что будет. Я устала блокировать. А смотреть вы все равно будете, хейтеры. И без комментариев. Угу. Там донат под видео есть, в котором можно денежку отправить и сообщение написать. Чё? А, попрошайка, да, я? Угу. Да мне насрать на ваши комментарии. Попрошайка я или еще чего-то. А вы все какие красивые, все какие молодцы, обсирать людей ни за что. Вы меня все знаете хорошо? Или в моей обуви жизнь мою прожили? А? Кто вам дал право-то осуждать людей? Сейчас начнут писать. Вы выложили свою... Я не свою жизнь выложила. Если бы я вам свою жизнь выложила на Ютубе, да вы бы не поверили, что так люди жить могут, как я жила. Хотя кто со мной давно, почти 70% моей жизни знают, как я жила. Потому что мы разговаривали об этом. У меня был ролик. Или вы все такие, офигеть, какие принцессы, королевышны. У вас идеальная чистота дома, как в операционной. Я понять не могу. Меня, может, тоже что бесит вот здесь, вот у меня дома. Мне это тоже не нравится, много чего. Но мне некуда это деть. Либо тупо выкинуть все это на помойку. А нахрена ж я тогда это все покупала?
А то что-то умные какие. Ой, у нее срать, что в цветочной квартире, что здесь. Да у меня в цветочной квартире ремонт сделанный. Так, на минуточку, если что. Это здесь не успели сделать. Жизненные обстоятельства так сложились. А в цветочной квартире у меня теплые полы даже лежат. Везде. Кто девчули со мной, те видели этот ремонт. Я показывала. И здесь сделаем, не переживайте. И будет красиво. Всему свое время. Я не тороплюсь. У меня много времени жить. Просто иногда настолько прям вот, знаете, хабалка. Как там еще это пишут? Еще как-то пишут. Вы про себя пишете-то, что ли? Или про маму свою? Хабалка та, кто вас родила. Вот таких комментаторов. Вот она хабалка. И родила вас явно не в роддоме. Со стерильными перчатками. Однозначно. Ой, не могу смотреть больше 3 минут. Каждый день пишет комментарии. Ты что заходишь ко мне каждый день? Ты думаешь, сегодняшний день в лесу проведем, что ли? Я же сказала, кажется. Кто ждет леса, придете летом. Кто ждет нормального человеческого общения, шуток, еще чего-то, оставайтесь. А нервы мне вот так мотать не надо. Я выключу комментарии. И все. Везде. И буду видео снимать для своих сыновей. Чтобы они каждый день маму видели. Потому что они шутки эти понимают. И они смотрят маму каждый день. У нас нет возможности так увидеться. Так мы вот таким образом они меня видят. И видео буду для них снимать. И кушать как будто бы с ними. Хотя так и происходит. Мои дети всегда понимали шутки. Кстати, заказала еще чистящее средство. Сейчас не скажу вам, как называется. Его очень хвалили. Попробуем его. Прям для всего дома помогает. И трубы чистит, и кастрюли чистит, и пятна тоже выводит, и паласы чистит, и что там, эти вот стеклопакеты чистит, все белое будет. Ну, в общем, там вообще супер-пупер. Как я поняла, что даже лучше, чем Елизар. Ну, посмотрим. Я заказала за свой счет, девочки, заказала. Мне рекламу никто не предоставляет. Я уже много раз говорила, у меня, да, опухшие какое глаза. Вот этот особенно, смотрите. Прям воспаленный весь. Вот. Поэтому возьму, попробую. Ну, если сегодня все не отмою. Не знаю, хотела с вами убираться. Может, и уберусь с вами. Почищу. Вон, раковину надо чистить уже. Этот каменный налет везде здесь. Ну, естественно, сегодня буду это все чистить вот теми средствами, которые купила. Микроволновку надо отмыть, постелить коврик красивый, который я купила. Мама говорит, ты ругаешься? А то, о, засралась. Вы здесь где-то срач видите, что ли? Здесь стоит то, что многим не купить, между прочим. Если чё. Задолбали. Лучше не пишите вообще комментарии под этим видео.
чем вы будете там писать нервы, не трать себе, еще там что-то, они питаются твоим этим. Да пусть питаются, пусть только не захлебнутся. Угу. Как, чем они там питаются? Моей энергией, да? Ну пусть не подавятся только. А то могут и подавиться. Начали с мукбана, закончили хрен поймешь чем. Ладно, короче. Всем адекватным моим зрителям огромнейшее спасибо. Девчулькам, мальчулькам за Ярус и Дзен вообще огромнейшее спасибо. Ну, кто на Ютубе меня в хорошей стороне поддерживает, тоже вам спасибо. Ну, а хейтерам большой привет. Он вам аукнется, этот привет. Жалко, что я не увижу.